Проанализировав информацию за последние 15 лет, исследователи обнаружили взаимосвязь между днем недели и риском гибели от определенных причин. Итак, понедельник – самый опасный день для сердечников. Именно в понедельник было зафиксировано наибольшее количество сердечных приступов. Во вторник велик риск умереть от гриппа или воспаления легких, зато минимальна вероятность погибнуть в автокатастрофе. Среда – не только середина недели, но и средний день по всем показателям. Более безопасным является и четверг. В этот день вероятность умереть от таких распространенных причин, как сердечный приступ, диабет или огнестрельное ранение, меньше всего. В пятницу риски возрастают. Чаще всего в этот день умирают от передозировки наркотиков и сердечно-сосудистых заболеваний. В субботу самая большая угроза для жизни – автокатастрофы и огнестрельные ранения, а также укусы ядовитых животных. И именно суббота является самым опасным днем недели. А вот меньше всего несчастных случаев и смертей приходится на воскресенье. Это самый безопасный день недели, согласно выводам исследователей.